Всем привет, с вами Алекс, и сегодня я расскажу, как записать видео при помощи Camtasia Studio 8. Ну что ж, давайте начнем. Ну, сначала я скажу, что если у вас есть 7-я версия этой программы, то есть Camtasia Studio 7, то вполне можете использовать ее, потому что она практически ничем не отличается от 8-й версии. Ну что же, чтобы начать записывать видео с экрана, то есть при помощи Camtasia Studio, нам нужно, во-первых, открыть эту программу, и во-вторых, нам нужна вот эта кнопка. Record the screen, то есть нажимаем, и все сразу же меняется. Появляется вот такая вот штука, панелька управления такая небольшая, и полосочки по всему экрану. Так, сейчас у нас стоит полностью запись полного экрана, но мы можем нажать вот сюда, на кастом, то есть настройки, и выбрать, какую часть экрана мы будем записывать. Допустим, если нам нужно записать, например, вот эту часть экрана, то растягиваем. Все. И теперь у нас будет записывать только эта часть экрана, то есть все значки. Можно эту штуку двигать, нажав на центр, то есть вот центр. Вот так вот. Можно расширять. Ну, а чтобы вернуться, чтобы вам не растягивать обратно полный экран, нажимаем full screen, и все, он автоматически растягивается. Ну что же, это у нас микрофон, то есть громкость микрофона настраиваем. Включить-выключить аудио. Веб-камера. Включить-выключить. Это кнопка REC, то есть начать запись. Но запись можно начать и нажать, то есть вот здесь вот. Начать запись F9, закончить запись, то есть стоп. Нажимаем F10. Все. Также здесь можно настроить эффекты курсора, аннотации, которые будут автоматически всплывать, и все остальное. Инструменты. Но самое главное, нам нужно рекорд F9 и стоп F10. Это нужно запомнить. То есть начать, повторим, начать F9, закончить F10. Ну что же, теперь можно, давайте запишем пробное видео Camtasia Studio 8. Нажимаем F9. Все. Пресс F10, то стоп за рекординг. 3, 2, 1. Все, запись пошла. Раз, два, три. Мы записываем пробное видео. Двигаем папку. Папку закрываем. Открываем. Просмотр фотографий, закрываем, заканчиваем запись, нажимаем F10. Все. Должно появиться вот такое вот окошко. Все, запись пошла. Раз, два, три. Мы записываем пробное видео. Двигаем папку. Папку закрываем. Открываем просмотр фотографий. Закрываем. Заканчиваем запись, нажимаем F10. Ну все. Это мы просмотрели как бы то, что мы записали. Теперь, чтобы это сохранить и сразу начать обрабатывать, нажимаем Save and Edit. Все. Тут у нас имя файла можно назвать. Назову его. Без разницы, вы называете как хотите. Нажимаем Сохранить. Все. То есть сохранение идет. И у нас автоматически оно открывается уже в Camtasia Studio. В экране обработки. Какой размер нужно для видео? Выбираем вот такой вот. Самый оптимальный это вот такой. 1280x720. Все, нажимаем ОК. Теперь это можно растянуть, чтобы было по всему экрану. И все. Так, ну что же, теперь можно просмотреть прямо здесь. Все, запись пошла. Раз, два, три. Мы записываем пробное видео. Двигаем папку. Папку закрываем. Открываем просмотр фотографий. Закрываем. Заканчиваем запись. Нажимаем F10. Все. Вот мы посмотрели наше видео, теперь можно его как-нибудь обработать, улучшить, там, я не знаю, все что угодно, все что захотите. То есть, если мы видим, что системные звуки, вот здесь нижняя дорожка 1 пустая, то вполне можем ее вырезать. Все, или удалить. Теперь это переносим на нижнюю дорожку, эту дорожку можно пока закрыть. Все. Теперь у нас просто видео со звуком. То есть, можно улучшить звук, допустим, включить удаление шума. Все, теперь у вас будут отсеиваться лишние шумы, будет слышен только ваш голос. Можно увеличить звук, увеличить громкость, уменьшить громкость. Также увеличивать или уменьшивать можно вот так вот. То есть, вверх увеличиваем громкость, вниз уменьшаем громкость. Нормально. Теперь можно, ну как бы, затухание сделать. То есть затухание вот так вот. Затухание. Можно сделать нарастание. Нарастание будет, то есть,
от самого низкого к самому высокому. Все, вот так вот, нарастание. Все, со звуком мы разобрались. Ну так, что теперь еще можно сделать? Как же его можно улучшить? Ну, как наложить музыку, я уже рассказывал в одном из прошлых уроков. Как сделать выноску? Так, нажимаем Callouts, выноски. Нажимаем добавить выноску. Все. Так, ее можете опустить или оставить. Неважно. Все, теперь у нас вот такая вот есть стрелочка. То есть она может выскакивать перед вашим видео. Можно сделать не стрелочку, можно сделать квадратик. Он может выскакивать в углу или где угодно появляться. Можно этот квадратик растянуть. Ну, я думаю, и так понятно, что все это растягивается. Можно весь экран, можно уменьшить. Можно это квадратике что-нибудь написать. Например, привет. Но поскольку буквы маленькие, нужно это увеличить. Ну, я люблю большие буквы. Привет. Так, не помещается, поэтому увеличиваем. Все. Теперь можно поместить это в угол экрана, или в центр, или куда хотите. Но лучше в угол. И теперь посмотрим, что получилось. Все, запись пошла. Все, теперь оно будет сначала видео. Но если вы хотите, чтобы оно где-то было в середине, допустим, вот здесь, ставим здесь. И вообще в том месте, где оно у вас должно появляться. И смотрим. Все, запись пошла. Все, раз, два, теперь три. Здесь появится. Но чтобы оно появлялось так, как вот не резко, как сейчас просто идет. Все, запись пошла. И сразу оп, и появилась. Нужно сделать... Нажимаем Transitions, и, допустим, наплыв через черный цвет. Добавить выбранное медиа. Все, смотрим. Все, запись пошла. Раз, два, три. Ага, мы записываем понятно. Пробный. Чё-то я здесь натупил, напутал. Чё-то я попутал, народ. Не понял. Все, запись пошла. Дело дрянь. Пробное видео. Так, я не понял, почему у меня здесь появляется, а здесь не появляется. Все, я понял. Все, ребят, я разобрался. Чтобы появлялось и здесь, так же, как и здесь. То есть здесь оно исчезает. Плавно исчезает. Двигаем пап. Чтобы оно плавно появлялось, как видим, вот так вот у нас. Просто привет. Опускаем. Появление, исчезание. Появление делаем вот так. Все. Теперь такая штучка, как и здесь. У нас здесь есть и здесь. Да, что-то я заговорился уже. Смотрим. Все, запись пошла. Все, раз, два, нормально. Три. Нормально. Вы записываете пробное видео. Ну хорошо, двигай. Так и быть. Теперь я вам расскажу, как можно наложить музыку на это видео. Ну просто, не знаю, захотелось мне. Нажимаем Library. Нажимаем музыку любую, какую найдете здесь. Допустим, вот эту. Давай на шкалу времени. И все. Теперь здесь есть музыка. Можно ее уменьшить. Все, запись пошла. Раз, два, три. Мы записываем пробное видео. Двигаем. Все, музыка у нас здесь теперь есть. Мы сегодня записали видео при помощи Camtasia Studio. Научились ставить выноски, то есть любую часть видео. И как накладывать музыку на видео. Но хотя я это уже рассказывал в прошлом уроке. Так, ну что же, теперь осталось только это сохранить. Нажимаем Produce and Share. Выбираем, как мы будем сохранять. Можно в HD, MP4 просто, не HD. Можно AVI. Нет, это все MP4. Чтобы сохранить в формате AVI, нажимаем пользовательские настройки проекта, нажимаем далее. Выбираем любой формат. AVI, MP3. Ну, MP3 нам не нужно, у нас же видео есть, поэтому AVI. AVI, вот AVI. Или MP4. Я же всем рекомендую MP4, самый лучший формат. Ну, если кто-то хочет AVI, сохраняйте в AVI. Я же сохраняю в MP4. Нажимаем далее. Тут уже у нас стандартные настройки, то есть размер, параметры видео, качество видео, то есть если поставим 50%, будет 50% качество видео. Ну, стало быть, и сожмется он очень хорошо. Если 100%, будет очень хорошее качество видео, но размер будет очень большой. Это неудобно, особенно если вы записывали фрапсом. Так, ладно. Ну, я обычно ставлю 75%, самый оптимальный вариант, 75%. Параметры звука, ну, тут я ничего никогда не трогаю. Все, нажимаем далее. Все далее. Название видео. Все. Нажимаем, готово. Ждем, когда видео обработается. Если видео маленькое, то обработка займет не больше полминуты.
Если видео большое, то опять же все зависит от мощности вашего компьютера. Обычно у меня обрабатывается где-то за полчаса большие видео. Окей, нажимаем готово, все, это можно закрыть. Не можно не сохранять, можно сохранять, это без вариантов. Нажимаем компьютер, локальный SD. И папка, где у вас сохраняются все видео из Camtasia Studio. Вот, наше видео теперь можно просмотреть его. Все, запись пошла. Раз, два, три. Мы записываем пробное видео. Двигаем папку. Папку закрываем. Открываем просмотр фотографий. Ну что же, я думаю, вы поняли все. Надеюсь, я смог вам чем-то помочь. И оценивайте, подписывайте, комментируйте. Ну и всем удачи. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.